Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei MatePad Paper Edition. И сейчас я покажу вам, как выполнить сброс настроек камеры. Открываем камеру. Далее нажимаем на значок шестеренки, после чего проходим в раздел, вниз. И нажимаем «Восстановление настроек». Нажимаем «Ок». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.